Всем привет! Ну что, мы все на карантине, и скоро мы надеемся, что начнутся реальные ивенты, а пока мы проводим наше мероприятие в виртуальном пространстве. Сейчас мы находимся с вами в конференц-зале. На самом деле в этой программе дофига локаций. Я, насколько я знаю, в крутейших желтых лосинах и желтых кроссах, и я сегодня спикер на нашем виртуальном мероприятии. У меня в руках джойстик, и этой рукой я могу махать, и все это видят. У меня есть даже один гость, сейчас посмотрим, кто это. Это некий Мэджик, он машет мне рукой. Также в моей реальной физической руке находится кликер, и им я могу переключать слайды. А презентацию вы все видите на большом экране. Вот я вам тоже ее показываю, из зала ее видно лучше. Что же нам дают VR-ивенты? Итак, первое. Мы находимся в едином пространстве. Здесь может собраться до 80 человек гостей. Я, как спикер, могу с ними коммуницировать. Эти все люди могут общаться между собой. Я могу проводить интерактив, задавать вопросы залу. Зал может задавать вопрос мне. И все это в режиме реального времени с помощью своего реального голоса. Более того, на нашем экране вы видите презентацию, и дальше мы покажем еще и видеоролик, который, собственно, видят также все участники. И мы можем с вами уходить на тет-а-тет, если кто-то из гостей нашего события решил пообщаться один на один, они просто уходят в соседний зал, разговаривают там, а реальная, вот да, мой друг Мэджик, он уже уходит, и их реальный голос не слышен здесь в общей аудитории, потому что они, как и в физическом пространстве, чем дальше от меня, тем хуже я их слышу. Сейчас я их не слышу вообще. Итак, какие же функции у нас есть? Я, как спикер, могу делать очень много разных крутых вещей. Первое, если аудитория ведет себя плохо, я могу замутировать их всех, и тогда они не смогут общаться между собой. Дальше, я могу послать всем сообщение, например, что мы делаем саундчек. У людей появится сообщение перед глазами, и они отреагируют на него. Я попросила, чтобы они послали мне смайлик, что они все слышат хорошо и все видят. Вот сейчас, я так понимаю, что Мэджик пошлет мне смайлик. Вот он. Еще я могу передавать, я могу говорить громче, у меня есть функция граммофона. Я могу приглашать людей на сцену, либо же я могу заблокировать эту сцену, и тогда по этим ступенькам не сможет подняться никто. Вот, собственно, сейчас сцена заблокирована, и мой гость не может на нее подняться. Но также я могу управлять отдельно людьми, находящимися в аудитории, я могу давать им разные функции. Если вы команда крупной компании, которой надоели видеозвонки, которая хочет внедрить геймификацию в свое, собственно, пребывание на карантине, которая хочет просто фана, которая хочет пообщаться друг с другом прямо здесь и сейчас, то вы заказываете у нас VR-ивент, мы обеспечиваем индивидуальную доставку VR-очков каждому домой. Конечно же, мы беспокоимся про безопасность, поэтому все комплекты, они продезинфицированы и вакуумизированы. Собственно, с помощью специальных туториалов, легких, очень видеозаписей, вы обучаетесь, как использовать этот софт, создаете своего VR-аватара. Например, я девочка, у меня клевые желтые лосины, у моего друга есть очки, и он в прекрасном бирюзовом свитере, он парень. Вы выбираете своего персонажа и принимаете участие в нашем VR-ивенте. Как я и говорила, это только одна локация, она выглядит как конференц-зал, но есть еще залы, которые позволяют проводить, например, круглые столы, или же где можно просто заниматься какими-то играми и общаться друг с другом. В общем, все как в реальной жизни. И покажем небольшое видео. Вот так может аудитория реагировать на то, что происходит, посылать мне знаки своего внимания как спикеру. Вот здесь два спикера на сцене. Это все возможности локации, на которых мы можем находиться. Все тусят, общаются, реагируют. Собственно, на сегодняшний день мы можем предложить уже 50 комплектов, 70 комплектов по запросу. Порядка 4-6 дней, на самом деле, порядка 2 дней нам требуется для того, чтобы подготовить ваше мероприятие. И, конечно же, поддержка. Что это? Это видеоинструкции, каждый участник их может просмотреть, изучить, понять, как этим пользоваться. Это достаточно просто, как в обычной игре. Итак, давайте не скучать. Мы точно знаем, что карантин, он не вечный, он закончится, ну а пока мы приглашаем вас в наш прекрасный конференц-зал для того, чтобы принять участие в нашем виртуальном ивенте. Да, Джон, Мэджик, кивни. Кивает. На сердечки мне шлет. Всем пока-пока, не скучного вам карантина.